сейчас у нас прошло практически, думаю, 3 месяца, и мы приехали посмотреть на то, какие изменения произошли. Я думаю, всем вам они налицо, что проведен санитарный порядок и подготовлено по максимуму все, что возможно в настоящее время по вольерам определенным для животных. Есть и для кошек созданы условия. Понятно, что это только первый этап. Есть определенные трудности и осложнения какие-то там организационного порядка, но вполне уже нас более-менее эта ситуация устраивает. Ну и самое главное, наверное, нам сейчас выстроить нормальную прозрачную картину тех животных, которые здесь есть, составить их паспорта, разместить их на портале и всем вместе заниматься, в том числе уходом тех, которые животные здесь находятся, ну и пристраиванием их в добрые семьи, которые будут ими в последующем радоваться и жить. Первый вопрос, который я хотел бы сегодня задать, это что у нас со стерилизацией. То есть у нас в ближайшее время будет весенний период, это период спаривания. Хотелось бы, чтобы была либо стерилизация, либо кастрация. Второе, что бы я хотел сказать, это именно вопрос по паспортизации. Паспортизацию хотелось бы, чтобы вы ввели более подробную. Это входящая собака, регистрация, если вдруг ее забрали. А также у вас должна быть информация. И у нас предложение, чтобы все это было на нашем портале, чтобы это можно было обменивать, чтобы мы эту всю информацию видели оперативно. Еще один момент, который я хотел бы сказать. Не организована зона карантина. Все-таки собаки приходят, и собаки бывают с инфекционными заболеваниями, и вы, если их сразу в общий вольер помещаете, то вот эта больная собака может заразить всех остальных. Вот, что касается зоны карантина. Карантин, естественно, нам нужен. Мы сейчас думаем, как это организовать лучше. Сейчас у нас прием собак закрыт полностью. Мы никаких новых животных не берем, поскольку мы не можем им обеспечить именно карантинирование. Угу. Мы не берем животных. Все животные, которые к нам попадают, это животные подброшенные. Естественно, вынуждены их принимать. Вот, но мы стараемся либо здесь их отделить, либо отвезти их на стационар в клинику. Вспышек инфекции у нас в последнее время нет.